Это генерал от артиллерии Вейдлинг, командовавший обороной Берлина. 2 мая он подписал приказ о капитуляции и сдался в плен со своим штабом. Бесславная встреча. На допросе генерал от артиллерии Вейдлинг показал представителям советского командования, что он, Вейдлинг, был у Гитлера 29 апреля, и Гитлер продолжал настаивать на сопротивлении. Гитлер рассчитывал, что немецкая 9-я армия, действующая в районе юго-восточнее Берлина, и армия, действующая против союзников юго-западнее Берлина, при поддержке танковой армии, окружат и разобьют советские войска. Значит, генерал Вейдлинг видел лично 29 апреля Гитлера. Хорошо. Простите, как Гитлер выглядел? Это было у вас состояние. До этого я видел фюрера год тому назад. Я был потрясен, увидев его сейчас. Это была развалина. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом, временами запинаясь. Это был конченый человек.